город Галт 24 ноября в районный дом культуры приехал цирк «Поволжье». Артисты циркового искусства на сцене представили свои лучшие зажигательные номера. Программа была интересно продумана, насыщена выступлениями и номерами на любой вкус. Дрессированные собачки, голубиная феерия, жонглирование предметами, эквилибристика, силачи, которые с легкостью поднимали тяжеленные гири, фокусы, клоунада, игры с огнем, которые сопровождались прекрасной музыкой и игрой света, привели публику в восторг. Невероятно захватывающее зрелище, волшебная атмосфера, возвращающая в детство, радовала и веселила не только детей, но и взрослых. Ведь взрослые нуждаются в сказке не меньше, чем дети. Мы в этом сезоне едем успешно по Республике Абхазия с гастролями и идем достаточно успешно. Мы видим довольную публику, улыбки детей, счастливые лица их родителей, бабушек и дедушек. Это просто замечательно. Гальский район нас встретил радушно. Очень помогли отдел культуры, отдел образования, местные органы власти. И мы просто успешно по району смогли проехать и в школах поработать, где есть возможность, и, конечно же, в районном доме культуры. Все было в лучших цирковых традициях. Ярко, живо, музыкально. Это незабываемое зрелище, зажигательные номера, искрометный юмор, волшебство, которое царило на сцене, надолго запомнится каждому зрителю, который прикоснулся к магии циркового искусства. Анжела Убилава, Пижан Микава, Борис Цацуа, Гал ТВ.